Он не хотел я о политике что-то говорить. Предупреждал я ваших продюсеров. Ну, такой вопрос. Да что делать, идти своим путем. Потому что Россия сильнейшая держава. Вот, и, знаете, даже сама Европа, они где-то в глубине души или понимают, что если отношения будут совершенно такие поверхностные, то и бизнес-проекты, которые были многолетние с Россией, они просто канут. Вот, и не будет дохода. И мы пострадаем, а больше всего пострадает это эти страны. Хотя сейчас по последним данным Греция, в общем-то, очень так хорошо к нам относится, то, что вот вы сказали. Вот. Ну, я думаю, что у нас очень сильный народ, стойкий, и все эти санкции, наверное, нам даже, может быть, даже на пользу. Да.